Еще раз всем привет, привет. Привет. С вами Светлана, да? Гюльбера, прихорошилась для фотографий. Оу, ей. Всем привет, друзья мои и зрители моего канала. Кто еще не подписался, подпишитесь, потому что у меня канал очень интересный. На нем много чего интересного узнаете, полезную информацию. Все о Мерсине и чуть-чуть о Турции, о Батуми, о Грузии, о моей турецкой семье новой, о моей батумской семье, а также турецкую кухню, грузинскую, русскую. Все, что я делаю, все я показываю. И мои влоги каждодневные. А также мой красивый балкон. Сейчас я немножко приоткрою занавеску. Так удобно, так удобно. Ой, ветерок. Вы видите, как ветерок? У нас сейчас днем. Смотрите, какая прелесть. Какая прелесть у меня на балконе. Добро пожаловать ко мне на балкон. Я всех приглашаю вас. Так хорошо. Так, друзья мои, я смотрю, что у меня зеленится мой сад. Так красиво скоро будет. Посмотрите, куда идут цветочки скоро. Я вот так вот, знаете, как хочу сделать. Видно вам или нет? Вот, значит, этот сюда пойдет, а этот пойдет туда. Почему-то он сюда перейдет. Вот видите? Видите, как пойдет? Потом я хочу отсюда вот туда. И вот так сделать на весь балкон, на весь этот. Вообще будет красота какая. Посмотрите. Тут я и для птичек хлебушек старенький положила. Чтобы птичечки, которые в гости ходят ко мне, чтобы они тоже покушали. Ну, а я, кажется, похудела. 64 кило сейчас. Рассказала вам мои секреты. Потому что мы... Жарко дома очень, да. Покажу, что Ашкам делает, и покажу, что я делаю. Я сегодня вас... Чем-то очень приятно удивлю. Сейчас не до макияжа в такую жару. Так что какая есть, вся натуральная. Посмотрите, что я сегодня буду делать. Антеп кебаб патлиджан. Что это такое? Здесь понадобится мне для этого фарш. Видите, сколько фарша? Полкило, даже больше. Помидоры, перчик, лучок, чесночок и патлиджан. Делаю это впервые. Посмотрела несколько видео на турецком языке, потому что хочу именно научиться, как делают это турчаночки. И выбрала один более-менее достойный, который такой вкусный будет. И на вид я смотрю, что вкусный. Делают его по-разному. И вот, и мне понравилось то, что не надо жарить все возле газа стоять, а все это приготовить и в духовку. Я аж к ним посмотрел, выбрал, какой лучше. И это, кстати, зонтик наш с ума сходит. Я его привязала, а он так. Так, а сейчас я покажу моего любимчика. Вы знаете, наверное, догадываетесь, о ком идет речь. Мой сладкий. И я ему сегодня положила что? Нектар порезала. Видите, он его кушает, потому что все время падает. Тебе понравились фрукты? Лапуля моя, ты моя лапуля сладкая. Трусишка ты мой сладенький. Цветочечки растут. Вот сегодня опять у нас на второй день после базара. Вот у нас такая здесь продажа. Ну что тут посмотреть, да? Опять мы не вышли, потому что я очень занята, очень. И здесь тоже, смотрю, сидят женщины. И мужчины, видите, вторичные вещи, так можно сказать. Ну вот я смотрю, что сирийцы в основном покупают здесь, видите, в масочках ходят. Но это очень много именно для таких, для малоимущих. Ну а может, это такие тоже покупают, не знаю. Сегодня я тоже не вышла. Да, не вышла сегодня, потому что очень была занята. Вот неделя у меня такая загруженная, потом буду уже все выходить. А вот и мой Ашкин сидит, вот вентилятор у него здесь сидит. Короче, выгнала я его сюда, прогнала к компьютеру. Ашкин, ты что соли? Кого я чем чес буду? Геч? Стимерсон, гечи чмерсон. Ачкинжа?
А, уже кушать хочет. Поэтому, ладно, пойдемте готовить, а то мой муж меня съест. Друзья мои, приступим. Нужно приготовить кофте, то есть фарш приготовить. Здесь у меня, наверное, полкило фарша, хлеб. Галету можно, такие вот сухари. У меня не было, я замочила хлеб. Что нужно еще? Добавляем соль. Добавляем пряности. Черный перец. Это идет тимьян. Добавляем тмин. И я хочу, чтобы получилось остренькое. Добавим красный перец. Нужно не желток, а белок. Вот видите, я научилась у турецких хозяюшек. Желток пригодится. Только белок. Я не знаю почему. Ну, вот такой вот плюсик. Хорошо, так перемешаем все. Ой, забыла, друзья мои, сюда же надо добавить одну луковицу. Луковицу взяла вот специально, вот такой размер, большую. Добавляем лук. Мелко-мелко нарубила. И две дольки чеснока. Все это хорошенько перемешаю. Можно добавить чуть-чуть водичку. Фарш любит, когда его хорошенько собьют. Моя мама, знаете, как делала, учила. Мама моя же помощь. Повар вот так бросала. Отбивала. Вот так делаю, да, формирует. И видите? До этого я порезала вот такой толщины баклажан и посыпала солью. Буду формировать. Руки смочу, конечно. Такие, наверное. Буду смотреть по размеру баклажана. Смотрите. Вот. Положу для глаза и буду формировать такие кёфте. Столько кёфте у меня получилось. Заранее я сказала, что я нарезала такие баклажаны. И вот так будем складывать кофте. Делаю первый раз вместе с вами. Не знаю, что у меня вообще получится. Представляете, я не представляю. Ну, вот, наверное, вот так начнем. Руки это неудобно. Знаете, я никогда не делала. Вот так прижмем их. Но столько возиться и на один раз, два дня будем кушать, если понравится ему, да, ему иншаллах, иншаллах. Ой, хотя бы понравилось ему. Вы видите, что у меня получилось? Столько много получилось. А теперь сервируем, да, мы с вами сервируем. Сейчас я вам покажу, что нужно сделать. Помидорчики вот так выкладываем, да? Ашкин, гель бакса для гюзель я пьеру. Кончили. Теперь мы делаем смесь жгучую. Сейчас. Посмотрите на Ашкима, как обрадовался. Патриканлар hiç kızartma falan yok ha? Direkt fırına. Beğendin mi? Güzel. Ha! Наконец-то понравилось что-то.
Yağda yiyecek misin? Evet evet. Salça? Hep yapacağım, hep canım benim. Sen korkma. Çok lezzetli. Bugün pişirecek mi? Bugün evet, уже 45 dakika. Tamam. Yarın yeriz diyorsun. Завтра, говорит, будем кушать, да? Не, Яшка, мне ярын яичесть. Не, 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 не. Вы видите, что твой говорит, он завтра, говорит, будем кушать. Духовку я уже включила, сейчас буду готовить соус. Возвращаемся к исходному положению. Добавляю томатную пасту и перцовую пасту. Мой муж очень любит салча, говорит, салча, салча. Когда делаю много салча, говорит пчелок салча. Мало салча, а салча. Все пряности. Тмин. Очень любят они пряности эти. Грузинские ни за что не покушают. Еще сюда добавим. Чуть-чуть перца. Черный перец. И такой перец тоже добавим. Растительное масло. Сначала вот так помешаем все. И все, и добавляем воду. И сейчас мы будем поливать наши красивые. Такая получилась смесь, будем поливать сейчас баклажаны. И в духовку. К моему ужину готовлю плов. Сейчас покажу, как запекается мой кебаб. Вот и мой кебаб, скоро он будет готов. Я не могу вам передать запах. Какой запах, мои хорошие. Смотрю, как сгорело, мне ничего нет вроде бы. Вы видите? Ух, ух, ух. Я режу салатик, сейчас зелень порежу, добавлю. Патлиджан кебаб, то есть антеп патлиджан кебаб, готов. Няму-няму. Расскажу потом, как Ашке ему понравится или нет. И плов готов у меня. Сейчас я буду делать сервис. И... будем мы ужинать. Посмотрите, какой красивый сервис, сервис. Сейчас понесем вместе с вами Ашкему и посмотрим, как он будет дегустировать. И мне тарелочка. Но здесь я побольше положила себе овощей. Хады, Ашкем, бакаджас. Чай да хазырладым. Хады, тады на бакаджас, бенчок из тюрьмы. Насыл олду. Афет олсун, Ашка. Хады, Ашка. Кебаб, антеп, кебаб. Насыл бу? А, кебаб. Шында. Evet. Olmuş. Benzeniyorum ben Türk gelin, gelina. Güzel aşkım, lezzetli mi? Gerçekten. Patlıcan, patlıcan nasıl? Patlıcanla beraber yedim zaten. Aa. Biraz et. Pilav mi? Aşkım, pilav. Pilav da öyle yaptım. Посмотрите, как пилав какой вкусный, ne güzel pilav. Süper. Ama yarın da bu yiyeceğiz bu. Yiyeceğiz. Посмотрите, друзья мои, какой рассыпчатый плав, посмотрите. Я вас научу, это новый рецепт мой. Посмотрите. Кебаб какой. Ну, я себе побольше овощей. Ну, все, будем кушать. Как вкусно, друзья мои. Очень вкусно. Ашка ему чок берет, Ашка, соли. Очень. Очень, очень. Посмотрите на наши тарелки. На его тарелки. А? Облизал все. Обязательно готовьте мои лапулечки. Вам очень понравится. Не надо возиться. Все приготовь печку. Очень вкусно. На мою тарелку. Даже батлиджан, баклажан даже сам вкусный по себе. Вот так вот. Всем пока-пока.